Привет. Сегодня у нас 204-й. На 23-е место. 23-го трамвая. А мы на Петрашку поедем. Я сейчас только что с репетицией парада. Ну, в смысле, я не репетировал, это они репетировали, а я просто самолетики снимал. Все по старой схеме, как сейчас или уже не модно, зачекинился. Вот, и сейчас придет и включусь тогда. Это Варшава. Неплохой был кинотеатр, сейчас не знаю, что реставрация будет у него, не реставрация. Какую-то чача. Ну, чачу построили. Не было ее такой. Не знаю, какой это социальный 204-й, не социальный. Ну, мне пофигу, я сегодня никуда не тороплюсь, поэтому. То, что в прошлый раз хотел, доезживаю. Доезживаю, что есть. Вот. Так что, в общем, не переключайтесь. Пауза. Ну, ты дождался. Двести четвертый. Хотя не знаю, зачем он. Те же почти дублирующие 214-й, кажется. Ну, который на Базовскую идет. Он тоже через Петрашку проезжает. Вас приветствует Мосгортранс, филиал Зеленоградский автокомбинат. Автобус следует по маршруту номер 204 до остановки метро Петровская-Разумовская. Следующая остановка – третий Новоподмосковный переулок. Приятные поездки! Проезд в городском транспорте только в масках и перчатках. Пожалуйста, не снимайте средства защиты до выхода из транспорта. Раз заказали 204-й, вот получите, распишитесь. Планируем на 215.
19-й пересесть. Так, от Петрашки до Грачевской. До Грачева. А от Грачева еще не придумал. На ходу буду придумывать. Ну, уже почти доделывают. Да, ну они же до 9 мая должны открыть все это дело. Последние приготовления. Тут рельс с минями. Следующая остановка. Шпалу утрамбовывают. Там по уровню. Театр «Рассвет». Следующая остановка – управа района Коптева. По требованию. Проезд в городском транспорте только в масках и перчатках. Пожалуйста, не снимайте средства защиты до выхода из транспорта. Скоро рассвет. Выхода нет. Что-то там повернее полетели.
управа района Коптева. По требованию. Следующая остановка. Улица Зои и Александра Космодемьянских, дом 35. Улица Зои и Александра Космодемьянских, дом 35. Следующая остановка – улица Зои и Александра Космодемьянских. Улица Зои и Александра Космодемьянских. Следующая остановка – роддом номер 27. Проезд в городском транспорте только в масках и перчатках. Пожалуйста, не снимайте средства защиты до выхода из транспорта. Зои, Александра Космодемьянских и Большая Академическая. Все без выкрутасов. Петров призумался. Роддом номер 27. Следующая остановка – стадион «Наука». Обещает быть хорошей. Ну, такая облачность, но тепло. Поэтому сегодня, может быть, устрою катательный день. Скоро из Москвы уезжаю на каникулы. А вам хоть пока будет что смотреть. Стадион «Наука». Следующая остановка – Михалковская улица. Где ресторан «Старый город», там был хороший магазин спорттовара. Вход, где мебель сейчас. Вот этого всего не было, тут пятиэтажки были блочные. Прям рядами так натыканы.
Харьковской улице, там тоже пешком гуляли. Улицу Москвы. Плейлист у меня и там, где я гулял пешком. На 22-м ездили вроде бы. Михалковская улица. Следующая остановка – Университет природоустройства. Проезд в городском транспорте только в масках и перчатках. Пожалуйста, не снимайте средства защиты для выхода из транспорта. Нравятся мне такие облака. Медленные, летящие. Они объемные такие. Университет природоустройства. Следующая остановка – улица Лихогорские Бугры. Тут бугры внизу катаются. Верхние и нижние, а здесь просто бугры.
педагогический колледж. Следующая остановка – мост Октябрьской железной дороги. Конечная. 57-го троллейбуса. Октябрьской железной дороги. Следующая остановка – автокомбинат номер 3. Проезд в городском транспорте только в масках и перчатках. Пожалуйста, не снимайте средства защиты до выхода из транспорта. Я вот не знаю, кому нужно. Например, от Войковской до Петровско-Разумовской. То по выходным, наверное, быстрее будет на автобусе проехать. А если на буднях большая эпидемическая это стоит, поэтому, наверное, быстрее, чем на метро. Через кольцевую. Да, автокомбинат был. Они сейчас дома строят, там дальше бассейн. Автокомбинат номер 3. Следующая остановка – платформа Петровско-Разумовская. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах, не трогая их, сообщайте водителю. Платформа Петровско-Разумовская. Следующая остановка – метро Петровско-Разумовская. Конечная.
Метро Петровская-Разумовская. Конечная. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах, не трогая их, сообщайте водителю. Всего вам доброго. Вот 123-й можно будет перекатить. Я на нем ездил когда-то давно, еще на мобилку снимал, там вообще хрен что пойми, ничего не понятно. На 300-м уже катались, на маршрутках, на этих мне неудобно, не нравится. Что еще там рассказать? Вообще 215-й будем искать, где он тут останавливается. А эту поездку буду заканчивать. Не знаю, что тут интересного. Обычный маршрут, просто проехали по Зоя Александра Космодемьянских, да, это, 215-й. Такой он. Тоже не Мосгортранс. Ну ладно. Коммерческий перевоз. Хорошо, хоть не маршрутка. По Зое Космодемьянских проехали, да по Большой Академической, вот и все, что тут. Ну, не знаю. Кто там хотел, получил, я надеюсь, доволен и счастлив теперь после этого станет. Хоть не намного. Я прокатился. Все, давайте. Пока.